Обзор по паре австралийского доллара к американскому доллару. Часовой график. За прошедшие сутки котировки проделали восходящее движение, начиная от минимума сессии в районе поддержки 72.82 и достигнув локального максимума в сегодняшнюю азиатскую сессию у цены 73.83. При всем четком восходящем движении, начиная с начала текущего месяца, следует отметить достаточно существенные признаки остановки, возможной остановки данного движения, которое лучше заметно на 4-часовом графике. И так как можно заметить, что котировки достигли существенного уровня сопротивления 73.69, что хорошо заметно на 4-часовом графике, также есть признак ослабления общей восходящей динамики на данном рынке на 4-часовом графике, что выражается в формировании дивергенции между индикатором MACD и динамикой самих котировок. И еще одним дополнительным фактором, выступающим за остановку текущего восходящего движения на часовом графике, является достижение уровня 61% по Фибоначчи от падения, что можно было наблюдать с момента публикации процентной ставки, решения процентной ставки ФРС США в середине декабря. По этой причине имеются достаточно три существенных фактора, выступающие как минимум за приостановку общего восходящего движения на часовом графике и как максимум, безусловно, разворот текущей тенденции, смена ее как минимум на боковое движение в перспективе нескольких торговых сессий. Поэтому по этой причине рекомендую заключение сделок на продажу от текущего сопротивления 73.63 более надежно будет при формировании дополнительных подтверждающих сигналов, например, формирование двойной и тройной вершины с последующей фиксацией прибыли у поддержки 73.29, что также совпадает с 61-й линией Фибоначчи от импульса за прошедшие торговые сутки.